Кустанайора. Мы приехали из города Кустанай, то есть мы находимся в республике Кыргызстан. Танцуем в ансамбле танца «Карнавал». Большинство, почти весь состав, выезжают первый раз, хотя ездит «Карнавал» уже довольно достаточно долгое время. Вот именно наш состав выезжает первый раз. Мы выезжаем часто с мальчиками. Последняя наша была поездка в Екатеринбург, где мы заняли 2 гран-при. И мы надеемся, что займем и здесь столько же гран-при. Не, я в Европе первый раз. Просто море впечатлений, особенно от Вены. Да и от этого небольшого городка, в принципе, огромное количество впечатлений. Я рад быть в нашем ансамбле в этой поездке. Просто это нечто. У меня нет слов. Мы рады, что здесь мы с нашими хореографами любимыми, с главным Шен Алексеевичем, что все так хорошо складывается. Пока что никаких заминок не было, все прям идеально. На самом деле целью нашей поездки был международный фестиваль. Вот сегодня только у нас был первый концерт. Далее будет гала-концерт, на котором мы также будем выступать. Это достаточно. Я думаю, что мы выступили все хорошо и на высоком уровне, потому что... По-моему, зал был в восторге, и все так аплодировали, это было очень приятно. На самом деле, вообще, занятия в нашей хореографической школе, как, ну, параллельно с нашими школьными занятиями, мы будем учиться 11 лет. Мы на карнавале уже, я 7 лет, и я планирую закончить все 11 классов, получить хореографический, ну, диплом о том, что я закончила хореографическую школу. И, возможно, в будущем я буду продолжать заниматься этим, потому что это не дело. Вначале я боялся вообще выходить на сцену, но как я свою жизнь связал с карнавалом, с ансамблем нашим, я как-то эту фобию потерял. Я теперь всегда с радостью выхожу на сцену, всегда люблю аплодисменты, люблю, что нас смотрят, люблю, что нам нравится. Мне это самому очень сильно нравится. Продолжать свое дело, я не знаю, может буду, может нет, я еще не буду.